вернет тебя в прошлое. Чтобы гранью выкатил сосуд задницу, он прочел бы, чтобы буйвол взял диарею у него на ухе. Он прочел бы съесть прогнившую жопу убитого скунса и залетел пивом. Он самый злой геймер, который когда его слышал. Он злой Nintendo Note. Он злой Atari Сыгнёт. Он злой ботаник в её игры. Я помню, как однажды в школе у меня была книжка-рассказка «Люди Икс», и учитель оглянулся и сказал: «Люди Икс, а? Там тоже есть женщины, не так ли? Это своего рода сексист». Я сказал: «Ну, что плохого в том, чтобы быть сексуальным?» Нет, я говорю, не делал. Я говорю, помню, что это хороший момент. Я думал, «Люди Икс» просто звучат не так хорошо. В любом случае, это Nintendo, «Люди Икс». Три раза быстрее. Next X-Men, Next X-Men, Next X-Men. В любом случае, такой концепт, как «Люди Икс», подождайте отличную игру. Ты, по крайней мере, довольно отличный игра. Все персонажи, силы и дерьмо. Как тут на это может быть? Ну, мы обычно с самого начала. Глянуть. Кто-то делает игру X-Men или Nintendo? Почему любить должно быть LJN? Вы один раз посмотрите на логотип, вы просто знаете. В конце этой радуги нет золота. Потому что, друзья мои, это нечестивая печать смерти. Я собираюсь сделать немыслимое. Я собираюсь заткнуть эту мерзость в мою Nintendo. Вы почти засунули свой член в рот пираньи. Вот так, Люди Икс Марвел. Официальное название? Этикетка называется «Это странный X-Men». Я говорю, винт это, запишите его под X для X-Men, просто непонятно. Сначала выбирайте этап. Могло ли быть, что это более интереснее, чем просто текст? Любая другая имела бы какой-нибудь визуальный эффект. Затем выбирайте два символа. Даже если вы играете в игру по ним, вам процесс чувствует определенную день за крестерию. Это самый сильный игрок выбора из той игры. Вы должны аккуратно нажать кнопку «Выбрать», иначе она будет мигать через все силы быстрее, чем вы можете сказать «Трахаться». Вот так. Вау. Посмотри на эту сцену, как все возвращается ко мне теперь. Одна из тех игр, которые я давал в магазине видео и потратил впустую один из выходных моей грустной жалкой жизни. Посмотри на это. Беспорядочные пиксели, скрамблированные текстуры дерьмо, летящие повсюду. Это катастрофа! Персонажи выглядят как жесткие, изуродованные цветные фигуры, которые едва представляют, кем они должны быть. Циклоп выглядит так же, как Шторм. Все, что они делают, это переработать одного и того же персонажа, играя их в разные цвета. Они тоже все играют одинаково. Есть небольшие различия, некоторые могут принять немного больше жестокости, чем другие, или пойти немного быстрее. Но это различия едва заметны. Разница лишь в том, что некоторые персонажи стреляют, а некоторые нет. Те, кто не стреляют, застряли в это небо. Неизвестные атаки выпадом. Что он делает? Если вы сделаете паузу, то вы видите, что это тоже положение. Это тоже положение, что и при ходьбе. Это просто удар вперед, это смущает. Вы бы выбрали персонажа, который стреляет с лазерами. Итак, вот моя стратегия. Я думаю, вы согласитесь. Вы выбираете персонажа, который стреляет. А для процессора вы выбираете персонажа, который подталкивает. Да, чем раньше это бесполезное кусает пыль, тем скорее ты сможешь освободиться. Потому что компьютер ничего не делает, чтобы помочь. Он просто будет вокруг вязаться в стены. Вы заставили ждать своей глупой задницы. Вы могли бы сделать лучше, если вы играете в игру с разными глазами. Это не привлечение. Понятно, что никто не тестировал эту игру. Как это могло пройти? Ну что бы ты делал, когда отдавай компьютеру персонажа за снарядом? Потому что смотри, это все равно, что дать маленькому ребенку 10 футов сахара и супер сокер. Это опешит. Если никогда не останавливаетесь. О, слава богу! Все, что вам нужно, чтобы этот компьютер умер, чтобы вы могли получить немного тишины и покоя. Когда вы играете в режиме двух игроков с реальным живым человеком, это нормально. Но когда я один, почему я должен выбрать двух персонажей? Сцена просто перемешана в беспорядке и безумии. Это игра Nintendo, и вы должны использовать свое воображение. Но если бы игра была разработана хорошо, вы бы хотя бы знали, что делаете. Даже если она выглядит так же, как и все остальные плитки вокруг него. Если бы весь этот беспорядок хотя бы имел некоторую последовательность, это было бы несколько приемлемо. Что это здесь? Хот-дог в булочке? Или больше как свинья в одеяле? И что это все? Где? Вы на спагетти? Хорошо, что сейчас происходит? Я замерз? Что за черт? Это мило. Разве это не честно? Это как завязывать мне руки за спиной. Мне было бы лучше с Айсмен из Топ Ган. Ой, блин. Ну, после этого позора я рад сказать, что есть альтернатива. Ага, и еще одна. Игра Люди Икс на Nintendo. Потому что я представляю, что они пытались отдалиться как можно дальше от этого другого. Пускай дерьма. Потому что NES заслуживает одной хорошей игры Люди Икс. И держу пари, что это будет намного лучше. Потому что в конце концов... Ты чё тут шутишь? Они сделали их обоих?
О боже мой, вы могли бы подумать франшизы, какой, как Люди Икс, они бы пробовали кого-то и кого-то еще. Я не хочу играть в это. Я действительно не хочу играть в это. Но я могу покончить с этим. Так, это получить иглу, и это может быть не слишком приятно. Надо быть окончено, прежде чем вы это знаете. Это действительно игра на Росомаха. Выглядит многообещающе. Но это боковой сквозь. И как вы можете подсказать, вы можете играть только как Росомаха. Все в порядке. Я бы предпочел, чтобы один персонаж был успешным, чем кучка дерьмов персонажей, которые все одинаковые. Росомаха выглядит более определенно, когда он бьет кулаками и ногами. На самом деле это выглядит так. Итак, мы почти у цели. Но разве ничего-то не хватает? Вы ожидаете, что Росомаха будет атаковать? Ну когти, верно? Да уж, ну кнопка выбрать выявляет когти. С этого момента вы можете просто резать всех, как вы ожидаете. Можете задать вопрос, почему, черт возьми, ты не хочешь все время выносить когти? Ну значит, я вам скажу. Каждый раз, когда вы используете свои когти, это истощает вашу жизнь. Так, это своего рода побеждает всю цель, верно? Так, просто забудь когти. Было бы неплохо использовать их, но ты не можешь. Когда вы нажимаете вниз, это не просто утка, как в любой другой игре. Это входит в эту маленькую анимацию. Это не нужно, и от этого трудно избежать удара. Да, что еще они могут быть? Читовские бургеры? У нас еще есть бутылки, которые могут быть чем угодно, но я предполагаю, что это пиво. Точно верно, так, барбекю, эксмен, гамбургер и пиво. Да черт побери, как дешево у вас эти бургеры прямо на папиле? Ну что, со словарем, я слышал Extra Life или One Up, но Free Game? Но теперь совсем время перекличке врагов. У нас есть поворотные телефоны, аппараты зеленого цвета Silver Surfers на летающих на видных колясках, подушек, гитара Silver Surfers, Джон Маклейн из Диха, Возвращая Черепа, Green Reaper, монстры в огне, штаины в металлических масках с козырьками, такие как Джорди из Звездного пути, и пузыри. Обнаружение удара так плохо, я пытаюсь пробить пузырь, но я никогда не смогу его ударить, пока он не ударит меня. Еще одна вещь, которая вызывает боль в заднице, это валуны. Они осознательно следуют, куда бы вы ни пошли. Они не только отражают, но не имеют никакого смысла. Эти валуны осознают себя. Если злой эльф внутри дырки бросает на тебя дерьмо. Уровни предназначены для максимально разочаровывающих. Есть много раз, когда вам нужно спрыгнуть вниз, не знаю, попадете ли вы на платформу или просто упадете до смерти. Теперь просто нужно сделать ему догадку. Когда вас бьют, времени на восстановление тоже нет. Это так дешево, как только может. Графика в порядке, но скучно. Эти платформы напоминают мне о том, что со сцены казино в Sonic 2. Ты ходишь в выгодных овербордах, эти вещи, которые похожи на синие леденцы. Но на этапе плавания начинают сходить с ума. Поначалу сбивает с толку то, что вы используете B для плавания, когда в большинстве игр это будет та же кнопка, которую вы используете для прыжка. Но самое сложное здесь, когда вы должны вернуться от этих маленьких винтов. Это хуже, чем чебашки ниндзя, где не можете. Тот монстр из этих водорослей. Но это достаточно, они тоже должны послать пузыри за тобой. Вообще мертвый, должен получить пиво. У меня было до задницы с этим куском дерьма. По заключению, эта игра лучше, чем другая. Но это все еще куча ослиных членов. Игра Люди Икс, которую я помню больше всего, это аркад от Konami. В этих версиях было 6 игроков и двойной панорамный экран. Люди Икс, добро пожаловать на смерть! Добро пожаловать на смерть! Хорошо. Единственная проблема, он никогда не выпускался на домашней консоли. Последняя та же участь, что в игре Konami Simpsons. Некоторые могут сказать, что эти игры были убиты на их домашних коллегах. Вот это только поднимает вопрос, почему, черт возьми, не сделать то же самое с людьми и Симпсоны? Ну, по крайней мере, мы получили игру, пару влечных игр Люди Икс на Sega Genesis, но есть несколько вещей, одних которых испорчено. Давайте взглянем. Что в первой игре можно увидеть боковой скроллинг с хорошей графикой, выбором персонажей на выбор. Одна маленькая вещь, которая мне не нравится. Сама хотя бы все еще нужно вытащить свои когти. Почему когти такие табу? Если вы не теряете дорогу, когда используете их, так что шаг в правильном направлении. Еще одна странная вещь, это код выбора сцены. На экране сбоку вы сделаете код, как обычно. После вы ждать увидеть, какой экран выбора сцены. Но нет, вместо этого игра начинается как обычно. Нужно пройти по панелям в заднем плане, которые теперь представляют сцены. Вы должны пройти по счету того, как хотите пройти на лице. Там он приземлится на желаемую стадию. Если вы не знаете код, какой смысл делать все это дерьмо? Хуже всего, если это этап, на котором вы должны сбросить свой Genesis. Да, вам действительно нужно нажать кнопку сброс, чтобы пройти сцену. Да, вы должны знать. Здесь происходит, вот большой синий компьютер. То есть, если вы сам хочешь убиться, пытаюсь понять, что делать дальше. Если бы у вас свой Genesis, или, по крайней мере, так как выучил этот рассказ, это было бы хорошо. Это было бы еще странно, но, по крайней мере, вы бы знали, что делать. Не говоря о том, что играли с Sega Nomad, вы даже не смогли это сделать, потому что у него нет кнопки сброс. Кнопка сброс на Genesis модели 2 сломана. Потому что у меня есть больше Genesis. Множество Genesis, я должен знать Genesis. Наконец, у нас есть Люди Икс 2. Войны клонов.
Планет Клонов? То есть Лукас как-то связан с этим? Включайте игру, включайте питание, и прежде чем узнать об этом, вы играете в игру. Вот и все. Нет заголовок экрана, даже игроки Сега. Этого не произойдет, пока вы не пройдете первый уровень. Вы даже не можете выбрать персонажа. Это просто стильным образом выбирает его для вас. Что за игра? Том, как чертовски это хочу. Это чертовски хорошо. Это покручу еще действие на Genesis в лучшем виде. Да что? Когти в замахе вышли. А это не занятие? Мы перешли от отсутствия когтей к тому, что они прилично себя взяли боль. Просто потому, что вы выбирали просто, потому что они были. Нам потребовалось много времени, чтобы добраться до этого. Конец, понял, это правильно. Когда дело доходит до игры любви, я рекомендую именно это. Вот две версии NES, держись подальше. Держи подальше, как можно дальше, они сосут. Они сосут яйца, это сосет мой ленивый мяч. Это сосет мой правый мяч. Добро пожаловать на смерть!